Всем привет! С вами снова Технокухня. Вы смотрите обзор Full Tower корпуса от Thermaltake. Оверсир в переводе означает мастер. Модель давно уже присутствует на рынке, и вот, наконец, и мы можем сами посмотреть, что в ней мастерского. Как и положено, Full Tower Case предлагает ряд преимуществ относительно рядового ATX корпуса. Во-первых, это установка любых, в том числе двухъядерных видеокарт, без затрагивания корзин для винчестер. Такие кейсы и берут и под две двухъядерные модели, объединенных в квадрежим. Сбоку такой массив может обдувать 20-сантиметровый вентилятор. Такие огромные вентиляторы и есть прерогатива данных корпусов. В данном экземпляре они установлены спереди и сверху. 12-сантиметровая модель в тыловой части. В общем, отличное проветривание, и это во-вторых. В-третьих, возможность установки кулера любой высоты. Для Thermaltake Oversir не проблема и архон разместить. В-четвертых, поддержка системных плат расширенного и ATX формата. Корпус имеет 8, а не 7 слотов для карт расширения. Очень помогает с видеокартами, имеющими трехэтажное охлаждение, или просто, когда нужно добавить выносную планку с коннекторами. На этом преимущество не заканчивается. Как правило, в Full Tower корпусах сталь покрепче. Также и на этот раз. И шасси, и боковые панели выполнены из стали толщиной около 1 мм. Чем прочнее сталь, тем меньше износ корпуса. Меньше изгиб, лучше защита от электронных компонентов и эффективнее шумоизоляция. Вес корпуса выше 10 кг. Шестое преимущество не всегда всем заметное. Отверстия под кабель менеджмент не только по периметру корпуса, но и в местах разной доступности. Они делают сборку очень удобной. Ну и седьмое преимущество в просторности. Чем больше корпус, тем лучше температурный режим можно в нем реализовать. Разрабатывая Oversir, инженеры компании были нацелены на горячие игровые системы, поэтому и передние, и боковые, и верхние части имеют микроотверстия для воздуха. Попадание пыли бояться не стоит. Заглушки под 5-дюймовые отсеки оснащены фильтрами. Передний вентилятор стоит перед фильтром из нейлоновой сетки. Легко снимаемый фильтр есть под блоком питания. Усилить обдув можно, установив 14-сантиметровые вентиляторы сверху и снизу. Вместо верхних вентиляторов можно установить радиатор системы жидкостного охлаждения. А если используется внешняя, то под ее шланги есть два больших отверстия. Пластмассовые ножки корпуса снабжены резиновыми вставками, повышающими их амортизирующую способность. Винчестеры крепятся при помощи антивибрационных шайб, что несколько снижает вибрацию. Всего 5 посадочных мест под 2,5 и 3,5 дюймовые накопители. Но этого года продуваемости, расстояние между отсеками большое. Шестой винчестер можно подключить через верхний мобил рек. Тут же расположены выносные интерфейсы и кнопки управления компьютером. Целых 4 внешних USB порта. Опять же прерогатива Full Tower моделей. Мы рады, что познакомились с Thermaltake Oversir, ведь это одна из доступных люксовых Full Tower моделей, которая нужна пользователям-максималистам. Наша награда золото. А с вами была Арина, всем пока!